Итак, приступаем к более глубокому знакомству с этой экшн-камерой. Ну, как вы уже видели ранее, могли заметить, что ни эта камера, ни LiDH V39 к видеопроцессору V39 не имеют никакого отношения. Тот процессор, который установлен в этих камерах, это V37. Я, к сожалению, не нашел в интернете упоминание о V39 процессоре, поэтому, честно, откровенно, даже сомневаюсь в его существовании. Есть V50, производитель та же фирма, что и V37. Но это о грустном. О грустном надо еще упомянуть, что, к сожалению, в этих моделях, в так называемых V39, что Bulldragon, что LiDH V39, отсутствует, к сожалению, корректировку таких режимов, как яркость, контрастность, насыщенность, резкость и уровень звука при записи. То есть та коррекция звука, которая есть в данной модели, я даже, честно говоря, не понял. Или это уровень звука воспроизведения, или это уровень звука записи, и тем более оно так по-русски звучит, у них написано объем. Объем чего? Какой объем? Ну, это уже разбираться надо будет практически. Итак, перейдем к меню данной камеры. А меню нас интересует сначала вот это. Итак, что же это за режимы? Ну, начнем сверху. Первый режим воспроизведения видео. Второй режим воспроизведения фотофайлов. Режимы настройки видео, режимы настройки фото и системные режимы. Но я думаю, что мы начнем сначала с режимов настройки видео. Можно выбрать путем нажатия на значок, можно выбрать с помощью кнопок управления вот этих. Это кнопка, которая отвечает за включение и выключение сети, будем так, питание, она же отвечает и за перемещение курсора. Таким вот образом. И кнопка ОК мы выбираем. Мы видим здесь следующий на первой страничке режим разрешения видео, компенсация экспозиции, ну, соответствует названию своим функциям. Встряска. Ну, встряска это я не знаю, кто придумал. Стабилизация. Переходим дальше. Продолжительность видео, таймлапс, быстрая съемка, угол обзора, уменьшение шума ветра в аудио, авторегулировка экспозиции при низкой освещенности, штамп с датой и временем. И мы вернулись к разрешению видео. Так, переходим к разрешению видео. Здесь мы имеем, ну вот сейчас у меня 1080 на 60 FPS. Если высвечивается 1080 на 30 FPS, 720 на 240, вы видите, оно не светится, потому что в данной ситуации, с данными настройками, она невозможна. А почему, я вам скажу сейчас. Также имеется 4К 60 FPS, 4К 30 FPS. Эти настройки
То есть эти режимы 1080-120 FPS и 720-240 FPS, они невозможны, если включен режим стабилизации изображения. Возвращаемся в режим стабилизации изображения, отключаем стабилизацию изображения, отставить. И снова вы видите, у нас есть 720 на 240 и 1080 на 120. Что такое компенсация? Компенсация экспозиции — это ручная, можно сказать, ручная регулировка экспозиции, то есть коррекция экспозиции, которая часто бывает нужна или в вечернее время, или, допустим, в летнее время. Если в летнее время желательно, ну, особенно на открытой местности, где-то на пляже, у воды, закрывать экспозицию, ну, в пределах где-то до единицы, минус один ставить. А в вечернее время очень часто приходится, наоборот, открывать экспозицию, то есть добавлять. Коррекция экспозиции возможно от минус 3 и до плюс 3. Вот, вы видите, сейчас мы до плюс 3 дошли, открываем, и вот минус 3, минус 2, минус 1,5, и возвращаемся на 0, ставим 0. Опять возвращаемся в меню. Стабилизация. Стабилизация — это положительный момент в данной камере, очень-очень приличная. И чтобы не быть голословным, я сейчас вам продемонстрирую тест-видео, которое было сделано накануне. Итак, продолжаем. Идем дальше. Продолжительность видео. Ну, это режим продолжительность видео. Он позволяет вам откорректировать или установить длину видео файла по времени. Если вы выставляете 1, 3 или 5 минут, то длина файла по времени будет именно 1, 3 или 5 минут. Если вы выставляете off, вот это вот от, это значит нет, закрыто. Я не знаю, кто там переводил английский на русский у китайцев, но это off, будем так по-английски выражаться, или нет. Значит, здесь тогда ограничения нет, и файл будет записываться автоматически до 4 гигабайт. Через 4 гигабайта он будет, вернее, не он, а будет записываться следующий файл автоматически. То есть вот такие вот условия записи существуют в данной камере. Честно говоря, неплохо. Потому что в Эйкине, в том же, у него
5-минутные файлы, постоянно их накапливается так много, что потом замучаешься их выбирать и удалять ненужные. К сожалению, у меня тут тоже установлены ограничения определенные. Замедленная съемка или так называемый таймлапс тоже существует. Если здесь он выключен, то никакого таймлапса нет. Вы можете установить таймлапс съемку через секунду, через 3, через 5, через 10, через 30. То есть, что значит таймлапс? Камера будет производить съемку по одному. Ну, вернее, не по одному, а раз установлена, допустим, будет скорость 60 кадров в секунду, то есть 60 фпс, 30 фпс, в зависимости от того, какой режим съемки будет установлен, в каком качестве. 4К 60 фпс, то она будет производить 60 съемку 60 кадров в секунду с разрешением 4К с интервалом в одну секунду или, допустим, вот здесь в одну минуту. Вот еще раз повторяю, через 3 секунды будет этот интервал, через 5 секунд, через 10, через 30 секунд, через 1 минуту. И так будет в течение того времени, которое будет установлено. Вот, ну сейчас мы сделаем так, вот 1 секунду поставим. Замедленная съемка, непрерывная, значит, съемка. И будет производиться эта съемка в течение 5 минут, 10 минут, вот мы смотрим, 15 минут, 20 минут, 30 минут, 1 час. Вот, в течение часа будет идти эта съемка. Если же вы выберете, как здесь написано, всегда, то оно будет, эта съемка производится до тех пор, пока вы сами не выключите камеру. Дальше опять давайте вернемся сюда. Замедленная съемка наша. Быстрая съемка. Это вы можете ускорить при воспроизведении, то есть у вас будет быстрое движение. Хотя таймлапс, он тоже дает эффект быстрой смены движения или наоборот статической какой-то картинки. Допустим, восход солнца. Если вы в таймлапсе снимаете, то у вас солнце будет всходить очень быстро. Или наоборот садиться. Или стоянку автомобильную будете снимать, у вас машины будут то появляться, то исчезать. Ну а здесь будет более плавный переход. То есть у вас ускоряться будет движение. Или в 2 раза быстрее, или в 4 раза быстрее, или в 6 раз, в 10, в 15, вот вы можете, или не будет ускоряться. Итак, уже я останавливался. Угол обзора. Что такое угол обзора? Вот широкий угол, средний угол и узкий. Широкий — это тот угол, то есть этот размер экрана или формат экрана, которым вы будете снимать, тот, который задан в разрешениях. Это или 4К, или 1080, или 720. Если вы поставите средний, то он где-то в половину будет меньше. То есть за счет пикселя уменьшения размера экрана, то есть будет по бокам со всех четырех сторон обрезаться. Узкий — это практически будет взят только центр экрана, то есть вы возьмете и будете видеть в камере только вот картинку центральную, а не полный обзор у вас будет. Ну, естественно, уже тут 4К вряд ли вы
можете рассчитывать на размер картинки в 4К. Хотя, скорее всего, что в свойствах вам покажет 4К. Но качество будет уже меньше. Уменьшение шума. Ну, я думаю, что здесь останавливаться особо не надо. Это уменьшение шума записи в микрофоне, с которым вы будете. Или это внутренний микрофон, или внешняя петличка. Если сильные помехи, то есть сильный ветер, как правило, если вверху на, то есть это он, если внизу, вот здесь, от, такой вот странный перевод, это off, то есть это выключено, это включено, то есть в верхнем положении режим включен, в нижнем он выключен. Дальше. Автоматический режим увеличения экспозиции при низком освещении. Но он у меня сейчас выключен. Я вам честно скажу, что попробовал пользоваться. Слишком сильно засвечивает. Открывает депозицию, засвечивает кадр. Поэтому лучше использовать ручную регулировку, ручную коррекцию экспозиции, нежели доверять этому автомату. Ну, попробуйте, понравится, значит, будете использовать. Не понравится, значит, ненужная для вас функция. Штамп и дата. Ну, это здесь, я думаю, вам понятно. Дата и время. Выключена, включена дата. Включена дата и время. Поэтому тут особо я останавливаться на нем не буду. На этом режиме. Итак, мы прошли все вкладки настройки видео. Переходим в настройки фото. Опять же, разрешение. Какое разрешение? 20 мегапикселей, 14, 10, 8. Выбираете, какой вам больше нравится. Ну, мне больше нравится 14. Режим ISO. То есть, тот, кто знаком с фото, он знает, что это за режим. Это режим чувствительности. Ну, в данном случае мы будем так говорить, что это режим чувствительности матрицы. Фото в пленочное, там режим чувствительности пленки. Или здесь сам автомат регулирует, выбирает чувствительность в зависимости от места съемки, времени года, ландшафта, вот, наличие песка или снега. Или же вы вручную уже, если вы владеете основами фото, то можете выбрать себе ту чувствительность, с которой вы будете снимать. На которой будет ориентироваться ваш автомат. Но я, как правило, выбираю 200. Вот, выбираю 200. Компенсация экспозиции. Это единственный режим ручной компенсации. Он такой же, как и мы останавливались. Как и в видео, здесь ничего нового нет. Замедленная съемка фото. Ну, тут вот это, в принципе, тот же таймлапс, только в фото. Он делает по одному снимку, но только здесь уже не по 30 или 60 кадров, а он делает по одному кадру через 3, 5, 10, 30 секунд и одну минуту. Вот, или не делает. Непрерывный промежуток времени. Это опять же
или 5 минут он снимает, или 10. Ну, то есть тут примерно так же, как в видео. Взрыв фото. Ну, это вообще взрыв. Это очень оригинально. То есть, если off делается один снимок, если при нажатии, при спуске затвора, или делается 3 с фото, или 7 фото, или 15, или 30. То есть, ну, мы сейчас с вами установим 7 фото. Так вот, выйдем из режима и попытаемся произвести вот, закончилась съемка. Теперь посмотрим, сколько фотографий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот 7 снимков он сделал. Возвращаемся к настройкам фото. Это вот режим взрыв фото. Ну, это серийная съемка, будем так говорить. Серия 3, серия 3, 7 и так далее. Таймер. Таймер появился. Вот видите, 2 секунды, 10 секунд или выключено. И длительное воздействие. 1 секунда, 2 секунды, 5 секунд, 8 секунд, 30 секунд. 16, я что-то не помню, что означает это длительное воздействие. Длительное воздействие вспомнил. Это как долго будет срабатывать затвор. Или он будет срабатывать 1 секунду, или он будет срабатывать 2 секунды, или он будет срабатывать 30 секунд. То есть это позволяет вам делать съемки в условиях плохой освещенности и, как правило, ночью. То есть, если вы хотите заснять ночной город и не позволяет камера, то есть ее автомат не позволяет вам сделать качественную съемку, вы можете выбрать задержку затвора или 1, или 3, или 5, или 8, или 30 секунд. Вот это будет длительность воздействия. Штамп и дата, ну, это так же, как и в видео. Вот, все в настройках фото. Переходим в системные настройки. Частота. Это частота. Отсутствует здесь, к сожалению, авточастота, чтобы камера выбирала сама частоту 50 или 60 Гц. Ну, 50 Гц – это частота работы наших электросетей, поэтому при съемке с освещением выбираете 50 Гц. Если вы выбираете, снимаете на улице, то можно снимать и 60. То есть в зависимости от того, с какой частотой работают источники света там, где вы производите съемку. Настройка звука. Ну, это настройка звуков, которые издает сама камера. Звук затвора. Вот он выключен, ничего не издает. Включаете, он щелкает. Это звук заставки. Вот, когда вы включаете камеру, появляется этот звук. Это звук переключения, то есть вот эти вот все системные звуки, пикания. Вот видите,
А это когда вы переключаете, тут, допустим, ну, здесь это когда мы входим по меню, тогда эти вот звуки. Поэтому я его отключаю, чтобы она не пикала. Объем звука. Ну, я так и не понял, что это за объем звука. Или это как громко производятся эти сигналы, которые издает камера, или это уровень звуков, которые попадают в микрофон при записи. Ну, скорее всего, что это громкость, которой производится пикание и всевозможные щелкания в камере, которые доходят до нашего уха. Измерения. Ну, с измерением здесь вообще, честно говоря, ничего не понятно. Что это за измерение? Или это измерение, которое производит автомат камеры, система того объекта, который попадает в поле зрения, то есть или это ландшафта, или это отдельного предмета, или это отдельного человека, которого снимают. Значит, и как это, допустим, есть режимы в фотоаппарате и в той же камере в смартфоне, да, есть средневзвешенные, есть измерения по центру и есть измерения, то есть всего кадра. Ну, вот если всего кадра, это, допустим, место. Если средневзвешенные, то есть это, то есть усредненное значение от измерения центра и всего кадра. И центр, то есть центр кадра, когда измеряется, то вот это вот эти измерения. Если правильно переводить то, что написано в меню в английском варианте, то там написано, перевод на русский звучит так: метр. Вот. А уже китайцы тут написали измерение. Измерение чего? Тут очень сложно понять. Но будем считать, что это измерения, которые способствуют, помогают автомату определить правильную экспозицию, выдержку, вот, насыщенность, контрастность, яркость и все остальное. Переходим дальше. Баланс белого. Ну, баланс белого здесь, видите. Авто, дневной свет, облачный, то есть пасмурно, раскаленный, то есть это, я так понимаю, что яркий солнечный свет, или это свет, который идет от раскаленного металла, тут очень сложно понять, что это. Ну, флуоресцентное — это от ламп не накаливания, а скорее всего, что это от ламп дневного света. А морской, я так понимаю, что это используется при подводном плавании, потому что морской подразумевает добавление голубизны в кадр. А если вы снимаете под водой, то, как правило, у вас при обычных настройках появляется такая желтизна и зеленоватость в кадре. Ну, вот этот морской, он должен способствовать уменьшению этой желтизны и зеленоватости и придавать такой голубой оттенок вашим съемкам под водой. Ну, снежные — это когда на снегу. Ну, на снегу, и можно тоже, я думаю, что на пляже, если ставить снежный режим, он будет помогать. Ну, во всяком случае, я снимал, если вы заметили, на снегу и в нормальном режиме, в авторежиме, и здесь никаких проблем у меня не было. Последствия. Ну, тоже интересный режим. Последствия. Нормальные последствия. Это тоже относится к режиму съемки. Черно-белые последствия, натуральные последствия, отрицательные, ретро, контрастность, яркость. Ну, что такое последствия? Я не знаю, как это назвали, не последствия. Я так думаю, что это арт-режимом можно назвать, скорее всего. Вот. Нормально — это когда никакой фильтр, то есть, или фильтры, никакой фильтр здесь не выставляется.
черно-белый фильтр, допустим, то вы снимаете, все будет в черно-белых. Натуральный. Чем отличается нормальный от натурального, я, честно говоря, тоже не знаю. Ну, попробуем. Значит, отрицательное. Это отрицательное, скорее всего, что это негатив. То есть вы снимаете, у вас все, вся съемка идет в негативе. Ред – это когда ваши видео и ваши снимки, они искусственно старятся, то есть появляются полоски, появляются пятнышки, появляются точечки, то есть разводы всевозможные, ну, такого это, скорее всего. Контрастность, яркость, ну, добавляет контрастности, добавляет яркости. Но как так можно добавлять и контрастность, и яркость одновременно, я, честно, откровенно не знаю. Потому что если вы добавляете контрастность, то яркость здесь каким-то образом уменьшается немножко. Если вы добавляете яркости, то уменьшается контрастность. Добавить одновременно контрастность и яркость, это, ну, я не знаю. Попробуем, поснимаем. В общем, такие вот настроечки у нас. Коррекция искажений. Что такое коррекция искажений? Она или есть, или ее нет. Коррекция искажений — это имеется в виду, что когда вы снимаете широким кадром, то есть полный кадр, на камеру рыбий глаз, которая установлена здесь, ну, будем надеяться, что установлено, что 170 градусов, как они обещают, но я, честно, сомневаюсь. Мне кажется, что здесь не более 150. При включении коррекции искажений, то вот эти искажения, которые допускает широкоугольный объектив, они должны устраняться. Вот. Ну, при широком экране, я думаю, не очень. Они будут, хотя можно будет проверить потом. Но должны исправляться. Вот коррекция искажений. В чем она заключается? Идем дальше. Дата и время. Ну, здесь устанавливается дата. Надо было. Я сделал сброс настроек. По умолчанию через 3 минуты камера работа отключается. Надо, поэтому сейчас мы дойдем до этих настроек. Вот. Итак, мы остановились. Стоп. Дата и время. Да что такое, он выключается? Последствия коррекции искажения, дата и время. Вот здесь дата и время, вы можете выставить год, месяц, число. Вот. Ну, если сбрасываете на сброс настроек, тогда у вас все заводские настройки. Вот я перед этим сбросил, у меня все в заводских настройках. Но можно не мучиться, не устанавливать вручную. Можно просто, если вы через Wi-Fi соединитесь со своим смартфоном, то у вас выставятся автоматически эти и дата, и год, и время. Все это выставится, как на смартфоне. Но я вам не смогу сейчас все это продемонстрировать, потому что я снимаю на смартфон, на свой. Вот. Но я думаю, вы попробуете. В программу вы можете найти или в Play Market, или же на коробке вашей покупки, то есть коробке этой камеры упаковочной, а также в мануале имеется QR-код, который вас перенесет на страничку Play Market, и вы скачаете эту программку. Заставка. Вот мы переходим к заставке. Видите, у меня здесь 1 минута. То есть через 1 минуту работы у меня тухнет экран. Вы могли уже это заметить. Вот. И мне приходится постоянно его подключать. А через 3 минуты работы выключилась камера. Это тоже в настройках. Вот заставка, это вот и есть заставка, что она тухнет через минуту, через 3, через 5, или не тухнет никогда. Но это очень удобно, когда вы снимаете
у вас камера снимает сама, где-то летает на дроне или установлена для наблюдения за птичками, муравьями там, или цветочками, чтобы быстро не разряжался аккумулятор, вы ставите, допустим, одну минуту, как я ставлю, когда мне это надо. И через одну минуту, ну, одна минута многовато, через 30 секунд обычно, но видите, здесь одна минута, потому что аккумулятор большой, большой емкости. Здесь даже не перевести не смогли. Вот это вот функция переворот изображения. Upside down. Вот. Upside или upside, правильно. Upside, upside, upside. Как хотите, произносите. Но я не уверен, что я произношу правильно по-английски, потому что с английским у меня немножко напряженка. Вот. Но это переворот изображения на 180 градусов. Используется оно, как правило, в регистраторах. Когда вы используете камеру как автомобильный регистратор. Если вы ее используете, значит, и именно с этим креплением, то вам необходимо будет ее перевернуть. Вот поэтому вы его, допустим, включили, и видите, что произошло. У нас все перевернулось. Поэтому мы еще раз заходим и отменяем эту функцию. Поехали дальше. Выключение. Вот мы сейчас, здесь 3 минуты стоит по умолчанию. Это в заводских настройках. Но мне не нужно это выключение. Я его лучше сам выключу. Вы уже поняли, что это за выключение. Wi-Fi. Wi-Fi вот можно включать, как здесь. Wi-Fi вы включаете. Включается Wi-Fi. И у вас здесь, вот видите, код для подключения к смартфону. Вы на смартфоне зашли в свой Wi-Fi. У вас появилась... Но новый источник Wi-Fi. Вот, вводите, и он требует ввести код. Вот вы вводите код. Вот, или, допустим, сейчас мы выйдем отсюда. Вот. Значит, если длительно нажимать. О, здесь еще и зум работает. Это когда в фоторежиме. Отставить нам. Фоторежим не нужен. Вот. Ах, да что такое? Да. Ладно, вот так вот мы сделаем. Вот. Сейчас мы здесь. Тоже должен... Вот, видите, и включился Wi-Fi. То есть то же самое. Выключили мы Wi-Fi. Опять переходим в камеру. Находим наш Wi-Fi. RC-контроллер. Ну, я тоже не знаю как. Скорее всего, что имели в виду ручной контроллер. Ручной контроль. Контроллер — это пульт дистанционного управления. Если вы сюда заходите, включаете режим контроллера. Вот, давайте так и сделаем. Еще раз перейдем. Но время много занимает все эти переходы. Вот. Видите, у вас в нижнем левом углу появилось R. Это, то есть, режим работы с дистанционным пультом управления, который можно задействовать при включении и выключении видео или фотосъемки. Вот. Идем дальше. Переходим в следующий режим. Так, не понял. Да что ж такое? Режим вождения. Но я думаю, здесь тоже много останавливаться не надо. Это при подключении к бортовой сети через, если у вас есть переходник для зарядного устройства, подключаете к бортовой сети в розетку зажигалка, включаете зажигание, камера у вас
включается на запись. Выключаете зажигание, выключается запись. Но, к сожалению, здесь нет функции реакции на движение. Обычно даже в более дешевых камерах всегда есть функция реакции на движение. То есть она включается на запись при начале движения или если, допустим, кто-то перед камерой прошел, значит, махнул рукой, еще что-то, она включается на запись. А потом, через которое, если движение не продолжается в течение 30 секунд, она выключается. Здесь этого нет. Это тоже недостаток камеры. Я думаю, что начало, реакция на начало движения, это было бы удобнее. Язык. Ну, языки здесь разные. Вот, на, вот стоит здесь русский у меня. Вот. Формат камер, карт. Ну, вот вы помните, что мы там снимали. 7 кадров у нас было. Сейчас нажимаем «Да», она автоматически отформатировала, и потом мы посмотрим, что у нас уже на карте ничего нет. Здесь у меня стоит карта Samsung 32 гигабайтная. Вот, очень нормально работает. После, правда, 3 форматирований она начала у меня снимать нормально. Первые 2 форматирования результата нормального не дали. Переходим дальше. Сброс настроек. Но если я нажму здесь сброс, то у меня опять все настройки полетят, будет камера выключаться. Я сейчас этого делать не буду. Если хотите, поэкспериментируйте сами. Версия системы. Но это прошивка. Вот вы видите, здесь, к сожалению, производитель нас обманывает. Прошивка у них может быть и V39, как вот здесь указано. Я вам покажу. Вот видите, вот сам режим, так сказать, камера называется K990T. Вот, а не B39. Вот. Версия вот такая, K90. Вот. Версия прошивки. Вот она. V-чип, который микропроцессор V39. Вот. Никакого должен быть. А на самом деле, как вы уже могли заметить, это в том видео, которое было в начале, ничего подобного нет. Может быть, они планируют на будущее. Но пока в этой камере и в LiDH, и им подобном, которые сейчас на рынке, в китайском рынке, массово выброшены, ничего подобного нет. Переходим. Карта памяти. Вот вам карта памяти. Здесь показано, что из 32 гигабайт здесь вместимость 30,5. Вот. Свободного места 30 515 мегабайт. Так, идем дальше. И это здесь рекомендуемые, как мы уже с вами видели в начале ролика, рекомендуемые карты памяти, которые можно использовать. Здесь Samsung 32 нет, но она работает. Но есть SanDisk, SanDisk Extreme 32. Оно, в принципе, то же самое. Даже Samsung, мне кажется, лучше. Вот все, что у нас здесь есть. Ну, давайте посмотрим, отформатировалось. Видите, нет файлов. Нет файлов. Все отформатировалось. На этом, я думаю, достаточно. И так много времени все это заняло. У кого хватило мужества, терпения все это досмотреть и желания, вам спасибо. Принимайте решение, нужна вам эта камера или нет. Ну, я пришел к выводу, что мне нужна, потому что я ее использую, буду использовать вместо LiDH 7000, которая у меня вышла из строя, на квадрокоптере. Одном, втором, третьем. То есть на всех по очереди. Она очень удобна за счет вот этого крепления. Вот есть еще у меня, покажу. Такая вот гаечка. То есть такой болтик. Очень удобный. Который позволяет мне крепить ту камеру на подвесе. Если
вы крепите их с помощью ремешка, то подвес частенько бывает ругается, что не слишком плотно сидит эта камера, и он начинает вибрировать, жужжать, ну и прочее. А если вы затягиваете вот этим креплением, она сидит идеально, не дергается, не мешает, и подвес работает ровненько. Ну вот это все, это отступление небольшое. Вот. На этом я заканчиваю. Всем спасибо, до свидания.